Чудотворная икона Божьей Матери «Млекопитательница» является одним из лучших образцов византийской школы и имеет богатую историю. Богородица изображена кормящей грудью младенца Иисуса. В России «Млекопитательница» является иконой весьма редкой, хотя в 1860 году ее список был послан из Афона в Курскую губернию и скоро обрел чудотворную силу. Осталось много преданий о чудотворной силе этой иконы. Она помогала при избавлении от различных бед и недугов. По сложившейся традиции, перед этой иконой особенно усердно молятся матери о благополучном грудном вскармливании и здоровье младенцев.